Мы знали, что они как бы получше сыграют, чем предыдущую игру. Защитники подключались часто и как бы агрессивнее играли. Поэтому нужно было как бы... Да. Ну, я думаю, что они еще получше могут, конечно, играть. С нашей стороны, я думаю, это не лучшая наша игра была. Моментами, конечно, мы тоже как бы... Были у нас моменты и забили вовремя, но... Я думаю, мы можем играть лучше. Ну, честно говоря, в этой игре, я думаю, вратарь наш, ну, конечно, очень хорошо сыграл. А у них, я думаю, мы дали им, я думаю, слишком много моментов. Так что нужно нам посмотреть чуть или видео, или почистить нашу игру. Наш вратарь хорошо играет. Как бы у нас моменты бывают, и мы как бы вовремя забиваем. Это, конечно, помогает, но... Я думаю, нам нужно играть лучше в следующей игре. Ну, как, они хорошо, очень хорошо играют. Их тройку, я думаю, тренер СКБ вместе поставил Хёртла туда, если не ошибаюсь, я думаю, это в декабре, наверное, в январе, и с тех пор они ну, молодцы, очень хорошо играют. Конечно, им нужно помогать чуть тоже, но сегодня они хорошо сыграли.